COVID-19, это, знаете, это не первая болезнь, которую пришлось человечеству пережить. Холера, чума унесла из жизни много людей, многомиллионные люди. И эта болезнь остановилась только тогда, когда нашлись вакцины. Вот сегодня я не понимаю тех людей, которые не хотят взять вакцину, то есть верить на авось, на случай, что не болеет. Нет, такого не бывает. Этот вирус, он идет по воздуху. Поэтому, кроме сохранения вот этих всех мероприятий санитарных норм, необходимо взять вакцину. Только человек, особенно старшего возраста, если он вакцину возьмет, он его перенесет, и эта болезнь легко. Молодежь сейчас умирает, летальный исход имеет. Поэтому особенно я обращаюсь к нашим вот этим моим сверстникам, старших людей, чтобы взять вакцину. Без вакцины мы эту болезнь не победим.